Обидно, проиграли. Что сказать, больше ничего. Чего не хватало сегодня? Ну, должны были выиграть борьбу, и основным фактором проигрыша было, что проигрывали борьбу. В большинстве играли много, забили одну шайбу, ну и не слишком активно так двигали шайбу. С чем можно связать? Да ни с чем. Будем работать над этим. А после Акбарса тяжело было на нефтехимик уходить? Все-таки обидное поражение было позади, нет? Должны были выходить с настроем, это никак не отнимает игру с Акбарсом. Как бы параллели никакой нет. Но... Опять же, ну, решающим фактором, повторюсь, была борьба, которую мы в каких-то моментах чаще проигрывали. А что нужно исправлять в игре, чтобы в двух следующих матчах домашних был успех? Ну, сейчас разберем эту игру, поправим нюансы, будем готовиться. Много бросков на себя принимаете, как себя чувствуете? Да все в порядке, все нормально.